не приходят. Тогда нечего ждать какого-то результата. Но японцы, они говорят, это не важно что. Бусидо это путь. А буси это путь самурая, путь служения, путь воина. Они говорят, это не только в буси может быть до. До должно быть все. Японцы говорят, это не вопрос то, что ты там смотрели, да, шаолинский футбол. Ну, не важно, одна идея. Идея очень простая. Это не то, что ты там должен стать каким-то великим героем кунг-фу пандой, там, да, там, большинство людей пошли там в виртуальные игры, там, Фредбол 2, там, Крафт оф Вор, и там они стали реализовываться как великие герои. На самом деле такие, ну, дебилы джойстики. Потому что в реальной жизни они маргиналы. Они говорят, вот если ты в своей маргинальности, свою маргинальность можешь трансформировать в до, это будет круто. Путь. Ну, типа, у тебя самая отстойная, ты самая отстойная личность. Да. У тебя самая отстойная работа, которая только может быть. Ну, потому что у отстойной личности такая работа. Не та, которая ему нравится, а которую ему дали. Понятно, да? И ты делаешь еще это отстойнейшим образом. Вот пример, да. Ну, то есть, понятно, да? То есть ты отстойная личность, тебе дали отстойную работу, но ты очень отстойно делаешь. И поэтому даже с этой отстойной работой тебя выполнят, да? В этот момент ты зарубаешься. Ты говоришь, нет, нифига. Это становится то путем. Сегодняшнего дня это отстойная личность будет относиться к этой отстойной работе. Сегодня это станет аскезой, это станет йогой. Эта отстойная личность начинает совершать вот это йогу, аскезу. Тогда через какой-то шахте ты работаешь в Макдональде, да? Свободная касса, ты робот. Но если это путь, то каждому вообще поднятием руки, скажем словом, свободная касса, ты разосуществляешься со своей личностью. В момент ты пропадаешь внешне. Когда в тебе начинает появляться что-то новое. Тогда, когда ты даешь кому-то пирожок, человек начинает трясти. И он чувствует, что через него что его втыкает. Серьезно. Почему? Потому что ты в этот момент понял, что это путь. И тогда, то есть, делав из всего на своем внешнем, но для этого необходимы цели. Потому что я был, ну, может быть, не был, а есть. Просто пришел на другую жизнь. В какой-то момент в жизни я понял, что я сама стою этой личности. Реально. Я понял, что я полностью нахожусь в обстоятельствах. Я не мог себе представить когда-то, что там через много лет я буду сидеть в оранжевой одежде, счесывать по ушам кому-то что-то в Москве. Я понимал, что я самый последний лох. Реально. Что мое дело там гнить где-то там, в другом месте. Но я сделал из этого до путь. Потом, как бы, я увидел, что мир он больше не перестал меня трогать. Но этому предшествовала определенная вещь, я поверил. Я понял, что есть какие-то более ценные вещи. Эти более ценные вещи настолько важны, они даже важнее, чем ты сам. И я думал, круто, я приеду в Россию. Да, должны быть духовные люди, это страна Достоевских, Толстых.